Мария Муцли. Муцли. Мюсли. Так, я беру раз. Жаль, постебались над женщиной. Я возьму два, я возьму три. Сейчас она. Я пойду без свечи на безумии, понятно? Понятно всем? Все записали, запомнили? Палочкой. Спугнуть датчик. Сбежать. Ой, блин, какие задания нелюбимые. Так, ну у нас безумие. Я их даже не смотрю. Я эти задания даже не смотрел. Ты их шатал, да? Я их не шатал, просто мы... Так, аккуратно. Дай нам знак. Что-то поменялось тут, явно. Опять? Да, ремонт сделали. Так, двери — это проблема, да. Дай нам знак. Так, внизу щиток, твою знак. Мать. Ты тут? Ну, почему? Ой, Даша, ты чего? Вниз. Чего ты, Даш? Не люблю я в подвале. Дай нам знак. Дай нам знак. Да я уже здесь. Дай тоже, нам Даша, знак. Дай вот нам он, знак. Да. Блин, слушай, я впервые свет включу, сколько играем. Дай нам знак. Спасибо за свет. Есть! Спасибо за свет! Пожалуйста! Дай нам знак. Приятное, да, чувство? Дай нам знак. Конечно, вообще, я теперь понял. Дай нам тебя. Знак. Все, теперь бегаю, ищу щитки. Дай нам знак. А Олег там убивается, что-то песни поет. Он песни, да. Знак просит. Мария сейчас его найдет. Цыц, сплюнь. Дай нам знак. Я призрака зову. Ты нас пугаешь больше, чем Мария. Закрывайте двери. Дай нам знак. Зачем? Я только открыл. Потому что она... Душно очень. Блин, а предметов нет, да, на безумие? Тут 8 градусов, кстати, вот прихожки в этой. Сейчас прогреется. Дай нам знак. Двери закрыли передо мной, да откуда? Да вот и я говорю, нафига вы закрывать двери? Ну потому что если этот додик Алекс, появится... Вылези в комнате, Алекс! Дай нам знак. Ну, гараж Алекс проверьте. Не может открыть их в VR. А-а-а. Сейчас проверим гараж. Дай нам знак. Дай нам знак. Ты тут? Тут хоть схованка есть? Дай нам знак. Какой пикап у него, а? Красивый, красный. Mm-hmm. А схованки пикап тут нет. Пикап красный богатырь. Мария, нормально. Попрошу. Да, Мария, да. Может, там уже? Не помните, что-то похожее на мюсли. Муди, Муди спанили. А тут ее нет? Слушайте, этой полки не было. Полка появилась. Какая полка? Вот это. Вы же знаете, что у нас одна улика? Да? Одна улика? Добрый вечер. Ну да. Это же безумие. Идите мерите, идите мерите. Нет? Может, внизу? Дай нам знак. Может, и внизу. Там возле комнат было попрохладней. Тут десяточка. Дай нам знак. Двенашечка. Ну что ты, импышечка, вообще молчит. Холодно, вы проверяли. А мы же ждали, когда ты спустишься. Я не спускался. Сколько? Сколько, сколько? 8 градусов. Слушай, наверное, подвал. Прохладненько. Где-то подвал? Да, восьмёра. Так, 4. Дай нам знак. 4. Оп! О, вот и МП-3 здесь. И плоскогубцы на полу. Опа, Мария любит что-то мастерить. Малия любит. Класс. Малия — это прекрасно. Малия. Милабелла. Она любит плоскогубцы? Со скифтиски или что? Дай нам знак. Ты здесь? Сколько тебе лет? Ты швырнула что-то, проверьте. Ты здесь? Сколько тебе лет? Ты здесь? Ты здесь? Ответила! Это не они, и это не они. 4 МП. И все, не будет уже МП. Бегите. Так, мне хыхнуло. А, у нас уни нет. Поднимайтесь! Поднимайтесь! Атаки нет! Идите наверх, говорю! Да идите ж вы наверх! Ну, да нету никакой атаки, двери открыты! Да это же... густый винт классный! Она поет, я же говорю, она... Я обосрался три раза. Время... Так, смотрите, надо сейчас по таблетке выпить. Да? По таблетке, и что? У нас огромный список, кого проверять. Фу. Таблеточку. Проверять? Таблеточки выпейте. Так, я хочу взять... Вот с этим мне будет спокойней. Ну, так, смотрите. Давайте чуть подумаем. Дух Полтермара, Йокай, Маруй. Кого отсеиваем? Давайте кого-то отсеем хотя бы. А нам некого. Так, Мимик наверняка же дал бы видео, да? Ну, как-то... Огонек. Ну, вот я поставила камеру, да? Но нет. Я не знаю, я не видела огонек. Все, а больше ты поставила? Учат, что да? Это показано вообще? Ну, на полку это я поставила. Часть чего? Возьмите еще одну камеру на штативе. Смотрите, Миража соль надо взять.
Фантом с фотиком, Андрео свечки, тут для каждого надо брать. Взял, Диоген есть, Мороль. Взял, соль взял, смотри, ну так ты командуй, Даш, мы же, все, мы же готовы. Так, блин, может я же еще... А, благовошка уже не поняла. Я взяла благовошку одну. Нет, давай вот так, ты лучше возьмешь соль или фотик? Возьми, подождите, давай подождите, я возьму благовошку и зажигалку. Давай. Нет? Если вы значит, в монитор смотрите, вы себя увидите? Вот так, давай. Два. Монитор. Сейчас посмотрю. Все. Да, вот мы видим все. Себя. Я что тогда беру? Я беру соль. Слушайте, давайте возьми. Я возьму, может, крест? Я взял соль уже, Даш. Ты можешь взять фотик, например. Фотик. На фантома проверим. Да, я, конечно, такой фотограф. Я, наверное, крест возьму. Хотя бы донеси фотик. Хорошо. Банши у нас нет, Мираж. Ультрик. Так. Ну, Алекс нас спасает. Я бы, конечно, ходила лучше с вонючкой. Надо успеть положить там крест. Да сразу брать крест. Еще один дом вырубил. Твою мать. Так. Это же цікаво. Быстро. А, все живы. Быстро. Так. Это не Диоген и не Мороль. Мария, быстро, быстро, вниз. Да, мне да, надо крест положить. Давай. Я там где-то соль со страху выронил, когда побежал. Где она? Вот она. Ах, господи, где? Солить. Было ее сфоткать. Алекс, лови камеру. Что она швыряет? Алекс, давай, камера. Давай, давай, давай. Швыряет, швыряет, да. Мне кажется, это полтер. Алиш, давай сделаем кучку. Давай. Я уже штаны снимать. Ай, побежали быстро. Бегу. Надо понять, она моргает или нет. В смысле, подмигивает? Все, быстро. Она плевать хотела на мой крест. Неверующая. А что это она такая овца тупая? Так, вниз, вниз, вниз. Надо кучку сделать. Опять вниз. Уже иду, Даш, уже подпирает, уже иду. Она просто все разбросала. Твою налево. Давай, Алекс, давай, наваливай. Все, кучку я тоже... Я сейчас наваливай, не то, что наваливай. Я башенку ей сделаю. Не то, что кучку. Так. Блин. Такая кучка вышла! Так, что еще? Все, погнали. Что с фантомом? О, твою мать! Да что ты чуть... Я поджег, бля! Это фантом. Мне кажется, это фантом. Я не видела, как она ползла. Фантик, мне кажется. Мне кажется, это фантом. Она ползала. Я ее видел. Я сижу на толчке. В голове ничего. Ребят. Ну хорошо, пошла дальше. Ребята, это не фантом? Так, ну вроде нет, я видел. Я за благовонием, не знаю, давайте выжим. Я без благовония больше... Пижама, но понимаете, в чем проблема? Либо я слепая, но, смотрите, когда она сюда шла, почему я долго стояла? Я себе стою, я ее не вижу. Так, слушайте сюда, я ее... Она началась атака, я поднялась наверх, я стояла наверху, ждала, когда она поднимется, чтобы понять, моргает она или нет. Я слышу шаги, я ее не вижу, и последний момент, я вижу, что она уже на лестнице, то есть она прошла на лестницу без... Ну, я ее не видела на лестнице.
То есть я боюсь, что это фантик. Ну, если я ее не видел, ты стояла. Да, я видел, когда. Не, ну когда она выползла, да, ползла. Один она, раз. Я ее видел, я благовоние поджег. Я тоже ее видел. Ну, и она потом не пропадала. Она там мигала, я вообще. Она не пропадала, я видел ее. Я же узнал, что это. Мне почему-то показалось, что это фантом. Потому что я не видела, не видела. Она появилась только когда была наверху. А на лестнице ее не было видно. Но опять она очень сильно пинает. То есть я начинаю склоняться, что это Полтер. Ну, давайте еще кучки делать. А моя камера где? Я что же ставил? Не знаю, ты поставил? Вроде да. А вот. И куда? А дверь прикрыла просто. Там же дверь. Так. Ну, смотрите, это не близнецы. Две скорости были одинаковые. Близнях выкидываем. Мираж. А были следы? Да надо посмотреть. Соль глянем сейчас. Соль. И этот самый. Я возьму благовошку. А еще надо как-то взять этот самый датчик движения. Ну, плевать на этот датчик движения. Я возьму. Я взял. Слушайте, а ты ее обкурил? Блин, ты ее обкурил. Надо было за это самое засечь. О, сейчас, вот кстати, посмотрим. Тогда было. Хорошо, блин. Обкурилось хоть. Сейчас посмотрим. Если будет атака сейчас, то это не дух. Не знаю, сколько прошло времени, блин, не засекла. Ну, полторы минуты вряд ли прошло. Три у нас есть всего. Давайте, смотрите на предметы. Нет, это не Полтер. Так, я повесил. Это не Полтер, она дорожку должна распинать. Там кучку, да, навалить надо еще раз. Кстати, значит, не Мираж тоже, опять же, точно. И Миража вычеркиваю. Она не ломает. Что-что? Кресты? Следы есть, Миража вычеркиваю. Ну, смотрите, я сделала дорожку Полтера, а что-то плевать она хотела. Это дорожка Полтера? Угу. А вон там башенка Полтера, смотри, такая же, только вертикальная. То есть не трогает. Я склоняюсь к фантому. Я к фантому склоняюсь. Она должна идти и разбрасывать, если это Полтер. Но сейчас надо дождаться еще. Либо это душнило. Смотрите, мы ее сейчас должны обкурить и посмотреть, сколько не будет атаки. У нас есть еще Йокай. Я не помню, я все время забываю, как проверять Йокая. Атака? Фу, испугался, но это... Странно, не было плака. Атака. Да не... Да. Блять, не с того места. Засекла. Близнецы. Я думала, она сзади меня ходит. Слушайте, ну это... Она тут перенеслась, я думаю, это не близнецы. Давайте смотреть, как она моргает. Где она? Дверь откроется, я сейчас дверь открывается, я подбегаю, бежим в разные стороны. Я налево, ты направо. Да, ты сейчас у этой бумаги. Нет, это не Полтер. Или хрен его знает, но... Не! Полтер бы уже соблазнился. Так, я засекла. Либо она переместилась. Слушайте, я не понимаю. Давайте здесь сделаем какую-то кучку. Она шла отсюда. Либо она уже здесь. Ну, я бросаю. Мне нужна еще одна атака. Блин, я столько вещей потерял. Иди к нам, помоги нам. Как я им буду помогать, я не знаю. Хотя мы ничего не виноваты. Она говорила, что это может быть дух. Но мы не видим, что там бросает. Во, чайничек. Да, вот, это душнило. Брони чайник, если есть идея. Я не знаю, я не знаю, чтобы душнило, надо проверять. А да, во. Что? Они про дух? Это сам... дух, Даш? Я не знаю, брони. Кто это. Надо проверять духа. Блин, духа нет, надо проверять. Полтергейст? Ну, все, не понятно. Ты зовешь нас куда-то, чайник? Она зовет так, нас. Стоп, 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 тихо. Ребята! Благовошку возьми с собой, слышишь? Я бы лучше что-то прорывать. Черт, вот это!
Я же им хотела показать. Она переместилась, скорее всего. Что это был звук? Чаепитие! Что это? Она дальше показывает, дальше. Ну, пойдем дальше. Мы идем за тобой, милый чайник. Да я не знаю, куда идти. Мы же сдохнем. Так, дальше что? Так, нас красиво еще никто не убивал. А, она хочет, чтобы мы посмотрели, да? Бросала во время атаки, понятно. Алекса, башня стоит. А эта башня не стоит. Горит! Горит крест! Ребята, она здесь! Так это... Близнецы? Ну это просто упал, это ж... Так и нет. Не знаю. Я не знаю, просто взорвался. Да вообще, что мы тут делаем? Мы же сдохнем. Крест сожрала. Ой, башенку уронил. Опа. Крест жрет, да, крест кушает. Башню уронил. И башню, смотри, верхнюю. Может еще, тащи еще спрей сюда. Да нет, вот это проверьте. Хотя зачем? Твою налево. Ребят, ну это фантик. Она моргает часто. Она только здесь появилась. Ребят, ну это фантом. Фантом. Нифига себе, борзый фантом. Это что? Это туфли. Это фантом. Не можешь нас найти. Ох, какая тайная комната. Она не хочет в туалет. Так, кажется, значит, она ела крест, идея. Получается, что, да? Она ну, не это, здесь. Это не... Ну, это нормально, они все едят крест. Дашка, так что? Мы температуру надо было проверить, да? Я взял этот. Так зачем нам температура? У лекарей есть. Не перемести. Нет. Вот сюда, вот здесь. Проверьте температуру. Да что ты нас убить хочешь, да? Это путеводитель какой-то по фазме просто. Ребят, я еще чайника мне объясняла. Здесь есть нычка? Есть. Какая атака, дверь открыта, добрый день. Я уже надо какого-то стрелять, сука. Короче, а там кто-то топчется, мне кажется. Давай проще, давай Даша будет просто нам кидать чайник, а ты будешь называть призраков. Ребят, либо я ошиблась, либо нет. И все. Потому что это какой-то, знаешь, уже просто театр от немого кино начинается. Я к фантому. Ты согласна, Даша, урони чайник? Да. Все, я к фантому сходила. Так, дух? Нет, мне кажется, не уверен. Полтергейст? Нет. Мара? Нет. Ну, могла быть. Йокай? Не знаю. Рой? Нет. Ёпта. Мираж? Не, какой мираж в жопу? Анрё? Не знаю, свечки точно не нет. Фантом? Близнецы? А, о, Даша, стоп, на что фантоме было? Фантом? Она на фантоме бросила. А, он, да, а он, а, то есть ты видишь во время атаки, он быстро мигает? Или что? Вот, ну, кажется, значит, да. Это фантом. А зачем ты нас туда водишь в дом, чтоб мы сдохли? Что ты проверил? Я просто не понял. Это хорошо было. Я не уверена, ребят. Сейчас, понимаете, сейчас проиграем. Я же буду виновата, понимаете? Как самый на тебя погибший. Надеюсь. Не гарантирую. Зачем ты нас водишь в дом, чтобы убить? Не знаю, может Мара, потому что там свет не горел, и она была просто активная. А может дух, которого мы не успели защищать, потому что я умерла. Да, это самое важное, если это не фантом. Да, скорее всего, это может быть не фантом. Но мне кажется, моргал как фантом. И... Я зачем вас... Зачем вас я направила туда за свет? Смотрите, я почему вас направила в дом? Я хотела проверить температуру. Он пошел... Та атака была из гостиной, которая меня убила. То есть я думаю, это близнецы. Но он, получается, просто телепортировал. Он телепортировался, получается, в ту комнату. Меня он убил. Да, я же не зря увидела. Да, я же не зря. Он моргал, он очень медленно. То есть он поднимается по лестнице, его вообще не видно. Она появлялась, пижамка, только в следующей комнате. А и зачем мне брать... Термометр этот, проверить. Термометр. Либо он телепортнулся в ту комнату, я близнецов хотела проверить. Я понял, значит, я правильно угадал, хорошо. Но это было очень смешно, мы посмеялись. Очень смешно, я все вещи потеряла, все вещи, я что-то купила. Да, у вас денег много, мы купим еще. Вот и будете спонсировать. Мы печатаем еще деньги. Блин, такой у нас туалет надежный был, ты не в то место ты пряталась. Ну извините, я пришла в гараж. Прятался два раза, из Даши прятался, а потом в туалете. Где он тебя нашел-то? Он меня в этом самом, в гараж за мной пришел.
Общака мне в гараж. Да? Ой, да. А мы когда убегали последний раз, вот, мы же до этого в гараже два раза прятались, а потом я убегаю уже, смотрю, Олег в туалете, думаю, да ну с ним, и все, надежно. Ну, как набор, обычно. Смысл. Кристофер, здрасте. Здравствуйте. Сфотографировать 25. Учтите, а вы вообще считали про безумие? Понижаем рассудок. Вы знаете, что у нас и так низкий рассудок, что у нас тут куча проблем со здоровьем, с ментальным. Проходим. Так, я возьму. Даш, ты видел у нас? А кто взял радио? Чтобы а кто взял радио? Мы профессионально здоровье, проходим. Чтобы поднять миндальное здоровье, надо пить миндальную воду. Ты переиграл что-то в бэкрумзе. Я не переигрывал. Так, я побежала искать свет. Быстро ищем свет. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак. Дай нам знак, призрак. Дай нам знак. Нашла свет. Призрак. Дай нам знак. Ты меня слышишь? Дай нам знак. 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 Дай нам, дай нам знак. Наверху такое себе. Дай нам знак. Двери за собой закрывайте. Дай нам знак. 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 Тут как бы тепло везде. А слушай, а что в подвале? А в подвале? Мне там одному страшно! Пошли в подвал вместе. А что такое? А что случилось? На безумии как-то оно... Дай нам знак. Кто-нибудь. Пошли посмотрим. О, упало! Ребята, что-то упало здесь. Что упало? Вот здесь. О, чашка упала. Вот, быстро, быстро. Чашка, чашка. Быстро, быстро, быстро. Отпечаточки. Так, какие отпечатки? Снимаем. Смотри, он тут сидел. Это его любимое кресло. Ты еще не залазил, кстати. Помнишь, ты пытался или нет? Огонек, все. Ищи огонек. А, все, и все. Ну, либо у нас мимик. Это самое ненадежное, да? Либо мимик. Так все можно выбрасывать, это да? Это печалька. Либо будет мимик, говорю вам. Ну, да, тут, а у мимика радио, отпечатки минус. Олеж, поговори, если у тебя радио. О, опа. Телевизор включил, смотрите. Так, а поговорите. У нас же одна улика, мы же на безумии. Это мимик, все, может быть. А, извини. Алекс, давай, радио, Алекс, выходи. У кого из вас все радио? Кто-то из вас взял? У нас нет радио. А мы не брали. Я же спросила, кто взял радио? Почему мимика не слушает? Давайте. Да. Да. Надо сделать это. Да уж, наборчик. Ну, банш, может быть. Выходите, чего вы стали? Кидай. Ты здесь? Так поговори же мне. Ты здесь? Давай, давай. Ты здесь. Ты далеко. Ты мужчина. Так, скажу, ты женщина. Даша утверждает, ты ребенок. Ребят, зачем вы свет вырубили? Ты здесь. Ты далеко. Ты мужчина. Ты женщина. Ты ребенок. Сколько тебе лет? Ты здесь. Ты далеко. Ты мужчина. Ты женщина. Сколько тебе лет? Ты здесь. Вы меня не услышали, наверное, когда выходили, да? Вы вырубили свет в прихожей, когда вы выходили? Вы вырубали свет? Не трогаю свет никогда, возле... что вышли. Возле лестницы. То есть он включил телевизор, но вырубил зачем-то свет в прихожей. При этом у нас джина нет, да? Чтобы охладить коридор, чтобы быстрее передвигаться. Ханту. А минуса нет, ханту вычеркиваем, все. Так, слушай, я бака вычеркивал, он бы по-любому отпечаток оставил, так понимаю? Ну если да, это его улика, постоянно, да. Безумие. Да. Банши сейчас будет ваше любимое. Слушай, Даша, я Гонька не вижу. Ой, обожаю. Вот кстати, Мара. А скорее всего это и не Мара, потому что, по-моему, смотрите, компьютер считается как источник света. Может быть и телевизор считается как источник света? Компьютер реально, не, Мара не включает компьютер, потому что он источник... Опа, поморгала. Вон огонек же, здрасте, вон летает, вот справа. Он же летит. Вот, видишь, к камину полетел. А, вон, вижу, вон, вижу, вон. Да. Смотрите, я так. Не знаю, считается ли телевизор как источник света, то есть, может быть, Мара тоже под вопросом. Я хочу еще крест положить. Так, у кого рука? Да, а давайте еще свечки возьмем на Андрею, проверим. Да-да-да, давайте. Свечки. По одной, и кто-то возьмите. Вот. Я сейчас еще крест закину. Я благовоние взял. Давайте. Я взял защиту. Да, тут я ходить недалеко, да. Так. Один. Так, я тут кресты, да. Такая себе затея. Смотри, что ты творишь. Ну, нормально. А если подгорит дом? Зачем? Да. Так. Ладно, хорошо, вставляй. Так, как его там ставить, блин?
Да, да, Дашка, я тоже хотел, как в демонологии, чтобы было видно. Угу. Вот я два креста, привык. Поджигайте, поджигайте. Нифига мы, смотри как. Писали, что можно не ставить свечку на крест, потому что там радиус большой. Анрё надо проверять. Ну так Анрё же надо. Ну вот Анрё можно проверять не прям так буквально. Ну, пускай вместе стоит. Ну попробуйте вы поговорить. Алекс, Алекс, выйди. Олег, попробуй ты поговори в радио. Олеж, поговори, вон радио валяется. Не знаю, может меня он не слышит. Ой, свечку задул одну. Ты добрый? Две задул, нет. Ты злой? Отжечь? Ты здесь? Давай. Зажигай. Будет атака. Ты женщина. Вырубил свет. Ребят, он выключает свет. Он только что второй раз вырубил свет. Мара, что ли? Ты здесь? Не поняла прикола. Страшный. Так. Вырубай, Олеж, вырубай. Нет, это не мимик. Он вырубил второй раз свет. А нахрена? Телевизор кто выключил? Второй раз свет. Я выключил, я выключил. Телек выключил я, а все остальное это он делал. Так. О, крест живет. Смотри, а свечка горит. Хавай. Вычеркиваем Андрео. Андрео, значит, не будет. Если вы минус вычеркнули, Андрео там уже нет, в принципе. Мы не вычеркиваем улики вообще. Улики да. Нельзя вычеркивать на безумие. Улики нельзя. Она одна есть, все, остальные не вычеркиваются. Мы вычеркиваем. Готовлю путь к отступлению. Вот, по-моему, Андрей отъехал, потому что он не может начинать атаку пытаться во время того, как горит сейчас. Сначала дозаду, потом... Давайте пойдем банши проверим. В этом и смысл расстановки такой. Я понимаю. Так. Пошли банши проверить. Выходите. 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 Ухо. Так. Уши чебурашки, давайте. Не-не-не, подождите, какие уши чебурашки. Учтите, уши чебурашки садят рассудок. На смотрите, банши. Еще раз. У нас итого сейчас есть Мара, Йокай, Райдзю, Банши, Ревенант, Юрей, Тае. Значит, смотрите, Райдзю, Тае, наверное, мы сможем понять и Ревенанта по скорости. Банши я бы проверила по датчикам. Повесим датчики плюс уши. Я предлагаю по таблетке выпить. Ребят, главное нос не по таблетке выпейте, по таблетке. Датчики и уши, хорошо. Так, ладно, я возьму ухо. Выпейте, пожалуйста, по таблетке. Они дают немного, но у нас хоть какой-то должен быть запас времени. Ну, давай. Так, я а, кстати, нормально. Направленный микрофон в любом случае. Подождите, надо же подумать. Ревик, значит, Ревик Рейдзю Тае будет по скорости. Юкай хрен его разберет. Ой, я что-то на Ревика думаю. И в этой комнате, если это Ревик, он в этой комнате, там столько у нас приборов, он будет очень быстро. А меня смущает, бегать. Что он выключает свет. Ревик, говорю, господи, я про Рейдзю. А меня смущает, что он свет выключает. А меня смущает, что он свет выключает. Два раза он выключал почему-то светильник, ну, так, при Рейдзю. Входе. Смотри, выключает? А нет, ну, Райдзю питается только нашими приборами. Все, пойдем. Так, сейчас я повешу сейчас, датчики. Атака будет, что-то поймем. Хорошо. Да, главное не травим. Проверять. Да, давайте. Так. Что-то как-то затихло. Да, идите, пожалуйста, сюда. Вот сюда. Надо проверить, это Райдзю или нет, этот Банши или нет. Будет ли она к нам сюда ходить? Не ходите в ту область. Если что, бежим в подвал. Тоже какие-то свои способы. Да. Ни хрена им. Ну, я слушаю ухо. Ты слушай, да. Давай, слушай. А вдруг заорело? Это редкость. Следите за датчиками. Если это банши, она придет к нам по датчикам. Потом уйдет. Кто помнит, как Йокая про... Да. Выходим. Все нормально. Еще слушаем, пошли, пошли проверять. Да. Она, по-моему, даже не стекала сюда. Так. Так. И ну, сюда. Смотрите, вычеркиваем всех со скоростью. Потому что скорость абсолютно обычная, Ревик нет.
Ну, Ревик, это-то... Рейдзю тоже нет, там достаточно много приборов, мне кажется. Ну, там и зеленка, и камеры стоят. Тае... Ну, Тае, смотрите... Поменял скорость, да? Mm-mm. У Тае... Ну, тут обычно, Тае же должен быть медленным, правильно, со временем. Мы у него достаточно долго пробыли. Поэтому я не думаю, что это Тае. Мара, Йокай, Банши, Юрей. Юрку, подождите, как-то можно обкурить и проверить, выходит ли он из комнаты, да? Правильно? Я не помню, какой там привод. Так, слушайте, а, Даш, а Юкай тоже можно проверять. Я, как? Сколько я знаю, помню. Можно где-то поговорить громко. Не, надо в какой-то комнате, он где-то если бродит, я так понимаю, то он на голос реагирует. Типа если его сагрит, если мы у него разговариваем? Если громко поговорить, он среагирует. Да, на себя сагрит. Подожди, во время атаки он же глухой. Он же, по-моему, глухой во время атаки. Ну, и он прям, да, в том-то и дело, может громко разговаривать. Если он где-то рядом бродит, но не реагирует, значит, это он глухой. Угу. Ну, я возьму датчик. А если прибежит, то, может, и не он. Так, смотрите, ну, микрофон, голову, кстати, главное, микрофон вы не проверили. Микрофон не сработал. Поэтому бери-ка микрофон. Да непонятно было. Нет, ну, подожди, да. Ну, здрасте, он не выполнено ничего. Задание. Вы берите микрофон. А. Слушайте. А где его уродь? Вот он. Внизу. Ладно. Так, хорошо. Мара, я что-то... Ну, Мара есть какой-то там перещелк, я знаю. Как проверяется Юрей? Я не помню. Обкурить и полторы минуты, что ли, он не выходит? Как с духом? Ну, там у духа 3 минуты, а этот просто не выходит. Этот не начинает... Погоди. Дух не начинает атаку, а этот не выходит. Ну, проверим. Бахну таблетки. Блин, не буду бахать. Идите на то же место, идите на то же место. Банши надо проверять. Крест хавает. Черт. Сейчас свет включу. Банши, смотрите. Вот ее стоять на лестнице и проверять. Наверх побежишь сразу? Как мы, Банши? И что мы? Ладно. Ну, чтобы засчитало. Я тебе, конечно, доверюсь, если я умру. Атака! За нами пошел. Или за Алексом. Скорость та же. У меня все те же 4 подозреваемых. 4 подозреваемых. Я чё-то не думаю, что это Банши. Сомневаюсь, что Банши. Так. Ну, Банши, она же может телепортнуться потом. Кто-то понял. Ну, она... Я ей... Банши, надо проверять подачу. Этаже, нет? А у нас... Она отсюда атаку начала? Да, она вторая, значит, Банши, это ее жертва. Точно. Алекс, иди сюда тогда. Да, о, да вот мне что-то... Да, у меня есть такие подозрения, что она... Так, подожди. А где тарелка? Надо, чтобы Алекс здесь постоял. По датчикам тогда она должна прийти. Слышу. Она... Нет, крик это шанс, каким-то шансом. Алекс должен... А дверь так, открыта. Смотри, ты, Олег, должен здесь стоять. Ты возьми тарелку, иди на лестницу, смотри, теперь проверим наоборот. Тихо. Если Банши, она телепортируется ко мне. Ничего? Да ничего страшного. Да мы все закупались. Атака! Я не пойду туда. Со мной нет? У меня даже рук нет. Спасибо, что поджег. Идет к нам. Будет сейчас свет у нее зажечь. Сваливает. Надо свет врубить, Мару проверить. Я тебе благовошку жёг. Быстро. Да, ты благовоние жёг. Да? Блин, тебе дать? Не, не надо. Блин, зажигалка бежала, видимо, да. Махала руками, извини. Включите у нее свет. Так, что? Идея есть? Ну, не знаю, Мару проверять как-то. Я не очень пока понимаю. Надо бы Юкая проверить. Давайте Юкая проверять. Так, рассудок у нас уже... Вы так и не засчитали этот самый... Ну, значит, не засекли призрачную активность. Ну, не знаю. Блин, микрофон пока... Так, все, я возьму фотик. Я лучше попытаюсь ее сфоткать. Ее, его. Банши, ну, у меня, Юкай... кроме проверки на Юкая, больше ничего нету. Но, опять же, если вдруг это Банш был, я его уже... Алиш, возьми еще одно благовоние. Ты можешь проверить? Банш, ну, бегать, но тут очень... У меня руки заняты, куда же? У меня же... Да бросай ты этот лохпух, возьми лучше еще одно благовоние. Так, только не сожгите. Ну, пойдем...
Просто вы постойте, пожалуйста, в одном месте. Уже не слушайте. Надо, чтобы она прошла по датчикам, если это банши. Станьте здесь. Она должна сюда дойти. Атака. Частые атаки. О, чуть не поджег. А блин, уже последнюю секунду. Уже заходить пыталась. Он меня шел, я кинул в него благовоние. Не тронул? Убежал. А, не, нет, шел, я возле холодильника сидел. А зачем что ты к нам не зашел? Я хотел посмотреть, если бы Анша, она бы шла только на меня бы, да? Но жертва-то Алекс. Скорее он всего. Он думал пойти сразу к вам туда, нет? Ну, ты поджег благовоние, оно ничего не показало. Так он вплотную ко мне подошел практически, чтобы не сдохнуть. Тогда не ты. Тогда не банши. Тогда ты думаешь, пойдешь на встречу в следующий раз? Не, ну это очень рисково. Вдруг какая-нибудь мара, блин, все-таки. О, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, датчик. Блин, вот на кого сработал датчик сейчас? А зачем опять? Смотрите, опять свет вырубила. Она вырубает свет. А что это за призы? Но она телепортируется и свет вырубает. Опять, смотрите, датчик ушел. Это банши, скорее всего. Она ушла только что. Блин, я думаю, что баншуха. Нормально. Вот, тихо, блин, не двигайтесь, баншуха. Не двигайтесь, не двигайтесь. Она телепортируется к нам. Твою мать. Скорее всего, это банши. Не, мне нельзя с вами стоять. Ну, она сейчас во время атаки... Олег... Вот, 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 вот она ж, блядь, баншуха, ёбана! Я сфоткал, блядь, напугала, как? Бегите. Она меня пугает, это я. Меня выбрала. Атака, нет? Двери закрыты были входные. Нет, нет, нет. А дверь Олег, закрылась? Тише! Атака. Можете поговорить, может она не придет к нам? У меня есть благовушка. У меня тоже, ну как проверить? Говорить, Юкай. Блин, сейчас посмотрим, она ко мне или коллегу пойдет. А, так, кстати. Раз, два, три, четыре, пять. Так, да, кстати. Юкай! Надо еще на Юкая проверять, я забываю все. Эй, дебил! Йокай! Йокай! Идет? Блин, не успели. Так. Ой, как стрёмно. Олеж, у тебя нету благовония? Откуда? Ну, значит, мы с Алексом сейчас будем рисковать. Блин, я что-то склоняюсь к банше. Я начинаю... Стойте здесь, не ходите. Мы должны... Алекс, не ходи... Так, я пойду на второй этаж. Не, я пойду на второй. Пускай она, если я вдруг... Я жертва, банка, пускай она идет за мной. У меня благовоние есть. Сейчас проверим. А, кстати, Олеж, мы сейчас с тобой посмотрим. Если датчики моргать не будут, она к нам не ходит. Швыряет. Твою мать. Это пугает, пугает. Нет. Что это был за звук такой? Тихо. Убила. Пошла к Алексу. Не дошла. Пошли, выйдем. Ну, топало знатно, было слышно. Алекс, труп. О-о-о-о. Так она за ним пошла наверх туда? Черт. Так, ну, что я тебе могу сказать? Я опять склоняюсь к банши, но я не уверена. Давай поставим банши и поедем. Я не уверена. Она не меняла комнату.
меня оно как-то стремануло, что она ходила. Все-таки как-то тпшилась. Там, где был Алекс. Ну, не знаю, на Юкая, ну, вряд ли. А может, Юкай, хрен его знает. Я и на Мару подумывала, но я бы попробовала Банши. Давай я Банши поставлю. Ошибемся, так ошибемся. Ну. Алекс, Банши! Я не знаю, Баншуха! Ребят, Банши или не ну, Банши. Ну, мы думаем, что это Банши. Я не знаю. Два раза он ходил за Алексом. Два раза он ходил за Алексом, плюс иногда вот это тпшение, это Банши делает всегда. Ну и давайте узнаем. Юкай! Да, какой нет! Какой Юкай? Ну он же тпшился к нам! Надо было нам громче кричать! Он же ну, к нам тпшился! Видимо, когда он тпшился, это были гост-ивенты, нет? Во время, смотрите, во время гост-ивентов Банши тоже тпшится к своей жертве. Он вырубал... Объясните мне тогда, в чем прикол игры со светом? Что он вырубал то там светильник, то там светильник.